Я Вердян Лилия. Родилась и живу на юге России в городе Краснодаре. Краснодар необычайно красив. Там много солнца, моря и всегда ясное голубое небо. Я очень люблю отдыхать на природе, лежать на траве, слушая пение птиц и шум воды. Меня это очень вдохновляет. Мой талисман – это мое кольцо, которое мне подарили родители. Оно всегда со мной, и мне оно очень помогает. Песню, которую я исполню на конкурсе «Детское Евровидение», называется «Get Funky». Машины стали на угад, как светофор мигать. И я решила, больше невозможно мне на месте стоять. Танцуй, когда захочешь, вместе со мной. Не надо скучать, get funky, funky. Танцуй днем и ночью, может, танцую, и мне сейчас хорошо, и все, кто мне навстречу, поднимают руки. Да, меня не волнует, что будет дальше еще. Смотри, это мое спасение от скуки. Пускай машины стали наугад, как светофор мигать. Я так решила. Это все в последний раз. Танцуй! И даже если вдруг не сразу выйдет, танцуй! Давай смелее начинай сейчас! Вместе со мной не надо скучать. Get funky, funky. Танцуй днем и ночью. Может, любовь со мной танцевать. Get funky, funky. Get funky, funky.